Отвечаю на вопрос, что за соковыжималка. Очень профессиональная, очень дорогая, очень классная соковыжималка. Что было в ней? РГВ называется. Да. Вот здесь вот съелся, был вот, так, вот такой вот шестигранный, как его назвать? Шестигранник. Шестигранничек. И все. И Сильвия эту соковыжималку сказала, на мусор она не работает. Ну, Лилёк нашла новый шестигранник, состоящий из двух шестигранников. Потому что новая соковыжималка, которую я купила, она в первый день упала на пол и разбилась. И поэтому я забрала себе эту соковыжималку. А Сильвия удачно себе купил новую. Поэтому сняла решетку, потому что это у нас киви. Единственное, что вот этой штучкой неудобно давить. Удобнее вот так вот. Угу. Вот. Раз. Ну и сейчас, естественно, вся вот эта кивишная масса сойдет в стаканчик. Тут, слава собе, конечно, не обделив. Не обділив. Не обділив. А з апельсинами лохотрон. Купляли жовті і красні, а вийшло, що вони всі якісь жовті. Нічого страшного. Тепер дивися. Беремо ось це скромненько все сюди от згрібаємо. Тому що це ківі. Давай я замість кружки рот підставлю зразу. Так, звісно. Єдине, що тут, Слава, ще ось цей язичок, він теж трошки поломаний, його треба буде підклеїти. Ну і все, і докручуємо сюди апельсиновий сок. І робимо такий фреш. І лимоновий. І лимоновий. Лимонний, не лимоновий. Ой! Оширки справляти. О! Да. А тут рукою так його чмак, чмак. Раз. Тортиком. Посуду хто буде мити? Папа Римський. Посудомойка. У нас Папа Римський є. Прошу, Італія. То все, слишком много текста. Ось така вкуснятина появилась. Получилось, появилось, получилось. Ну, я щас додам. Сьогодні Мішка у нас буде. Коровой пасущаяся на лугу. Будет кушать вот такой букет. Это она из дому принесла. Говорит, приготовь. Я говорю, что не шпинат? Ой, мне сказали, что это лучше. Ну ладно. Это листья. Ботва. Бетула, буряка. Ну это, который листьевой, понятно. Сейчас только ножки ему обрубаю. И вместе со своей зеленкой. У меня вчера зеленки не осталось даже. Даже на какой-то тортик. Мы прямо, ну все, выгребли, так что сейчас вот эта вся зеленка будет загружаться. А тут я взяла треску. Такая интересная треска. Видите, вот таких две штучки на порцию. Интересно, сколько с ней. Обычно с трески столько льда сходит, что там вообще ничего не получается. Но сейчас, если поставщик обдурил, ох, ему попадет. Ох, попадет. 7,50 за килограмм. Это значит 1,5 евро. Это себестоимость. Плюс дать овощную добавку, продать за 6,50. И чтобы наварить хорошо денег. А сейчас у нас овощи тоже стоят уже как... Да. Стоят уже... Ого, как. Шпинат. 70 евро. Брокколи вообще 2 с чем-то. Брокколи самые дорогие. Горошек тоже 70 евро. Вот это, по-моему, по 1,5 евро. Это до 80 евро цукини. Брокколи, конечно, шикарные. Но по 2 с чем-то. А куда денешься? Свежего-то нет. Свежее еще дороже. На вторые блюда гамбургеры. Если надо в процессе, смотрю, если людей много, еще размораживаю. Это удобно, что это жаришь непосредственно перед клиентом. Раз.
окна я их накрываю, чтобы они не заветривались. Колбаски. Очередной раз с фасолькой. Больше фасоли, чем колбаски. Вот такая треска. Тут 11 порций. Куриные окорочка. И надо какой-то соленый тортик запасить. Окорочков 10 порций. В общем, 50-60 вторых. Не знаю, сегодня, может, сделаю мясную лазанью. Потому что, когда есть в духовке кто-то, то это как бы быстрее. Уже вроде людей не должно было быть. Откуда они берутся, непонятно. Сами идут и с собой приводят. Мой сегодняшний тур говорит: «Сим-сим, откройся». Сейчас он закроется. Как вулкан так. Медленно, но уверенно он закрывается. Не хочу его перезапекать. Он сочный, нежный, вкусный. Кто говорит, что цукини очень дорого? Да что угодно. Хоть цветную капусту, хоть зеленый горошек, хоть любую травку. Вот, допустим, та трава, ботва из... Ой, смотрите, как он интересно закрывается. Отсюда виднее. Ботва свеклы, и будет у вас шикарный торт. Главное, творога добавьте, не пожалеете. Пошла, купила масло по скидке. Проверка оливкового масла, видите, на бутылке. И вот на дне. При более низких температурах можно поставить на полчасика в холодильник, и оно кристаллизуется. Потом оно оттаивает. Это значит extra virgin. Экстра virgin. Вот сейчас у нас скидка 4,99, поэтому покупаю у поставщиков 6,50. Вот такая рыбка получилась. Когда подаю, я ее юшечкой поливаю. Так она вкуснее. Сегодня без помидорчиков. Забыла дома взять. Еще. И так будет вкусно. Вдруг, как в сказке, скрипнул за дверь и принес нам. Ой, ну це не шериф, це торба с дустом. Говорю, вставай, честь. Слава, смотри, что тут шериф мне делает. Гля, гля, гля. Рыба-кит от шерифа. Чао, Кару, чао, чао. Терпеть ненавижу это альпинистское снаряжение. Оно такое неудобное. Мне кажется, что в нем действительно убиться быстрее можно, чем без него. Ну, книжка пише, треба, значит, треба. Дивіться, скільки любопытных конкурирующих фирм приїхало. Подивитися, як ми будемо стрілу знімати. Надо з них за просмотр гроші брати. Воно ще там стоять. Всі не влізли. Приїхав главний гвоздь нашої програми. Це щось буде зараз. Хіба який цей учитель настирний, знайшов мене навіть на роботі. Приніс мені, щоб я екзамени здавав. І Сімоне заодно. Фригорист, Магар. Кажа? Фригорист. Фригорист, ще. От то зараз буде. Все, зараз буду здавати вождення на Мазераті. Дрифтувати по цьому, по парковці нашій. Не отстал від мене просто так, прийшлося ще вождення здавати. В гараж задом заїжджати, ну все як обично. З контейнером по кругу їздить, брати, ставити. Все, здав всі екзамени, як воно називається, забув це слово. Ну, в общем, здав. Порозписувався везде, що я все вмію, я все знаю. І хорош. Правильно, нечего меня отвлекать от дела нужного. Самое интересное, конечно, не заснял. Но ничего.
Надо якусь камеру до лоба прив'язати. Все, а так він навіть симпатичний. На жабу похожий. Космонавты. НАСА. И любопытно Варвара вообще. Ma molla, cosa vuoi che succede? Вона як складена ця стріла, вроді і не дуже така довга. Метрів. Скільки це в ній метрів? 15, мабуть, 20. Я що там вспомнив цей прикол. Будеш, говорить, летіть як птиця. Розоб'єшся як гамно. Бай. Калашников. Ora questo è lavorare di fino. Pronti? Via. Thor. Dagi. Shoo. О! В маньому! На самому маяке ми ще не були. Смачного! Ce l'ho mai venuto? Уже тепер були. По, ce l'ha. Sì, sì. Не знаю, як у кого, а у нас сьогодні День Святого Валентина удався. Празднуємо півдня з одною гайкою. Як положено. Святкуємо. Запер нас, чорт бог зна куди. А ця фігня не держиться на ногах. Гайдається разом з нами. Зараз як кувиркнеться, ото буде хід сезону. Високо сижу, далеко гляжу. Наша дура вище всіх. Ладно, треба триматися, бо зараз дійсно курком піде. Луна-парк! Сімо! Камера плохо видно. Луна-парк! Зробив вчора бік-босу рейндж-ровера, так він тепер на радостях за нами їздить цілий день. От ти спокійний. Валентин заходит, да? Пока мене не було. Да. Святой Валюша прийшов, каже, я Славі подарок приготовив. От, спасибо йому. Я, ну, я вже знаю, що це. Ну, жінчинам цвіти, звісно, ніхто не подарив, ніхто нічого. Ну, а зачем? Правильно, лучше сковородку на 8 березня. Правильно. Воно так хорошо застегнуте. Вау. Ти смотри, така міщейкою. Що то воно маленьке таке? Ну, таке воно маленьке. Боже, якесь дитське. Ну, скажи ж, як воно називається. Машинка поліровочна. Поліруль. Щось такі кружочки маленькі дитські. А от ті наші стануть туди кружочки? Наверное, нет. Я что-то рассчитывала на, знаешь, на такую. Ну, я тебе скажу, что в нем есть свой плюс. Это хорошо, дуже хорошо в труднодоступных
местах, где а, там... А, что он маленький, да? Да, там будет удобно здесь такие, знаешь, вот такие детальки там, чик-чик-чик-чик. Ну, а есть мягенький? Вот этот, помню, о, черный, да. Наконец-то, да. Да, бассейн именно. Это жесткий. Есть. Это, ну, сама наноска полироли и 5 дисков. Это взять краску, да. до белого металла. Ну, понятно. Такими не надо шуровать. Ну все, и отдельно, если не піде с этого шуруповерта. А ну подивись, какие там аккумуляторы. Нет, тут не такие, тут не такие, да, маленькие. Значит, надо докупить аккумулятор. 27 евро, думаю, а что бы не взять. Действительно. Да. Запасная игрушка. Ну да, чтобы машины теперь все будут блестеть. Ну да. Так, ну что, сідаємо кушать. Да. Давай.